Здравствуйте, с вами я, Ващенко Виталий. Мы продолжаем наши видеоуроки. Сегодня хочу вам показать такой очень классный тренажер, который подойдет для любого человека, который занимается единоборствами, для постановки рук. То есть он очень хорошо влияет на точность, на скорость удара. Не я его придумал, конечно, это любимый тренажер Кости Дю. В интернете вы его можете купить, он называется Powerball. Но там вы его можете купить за $20. Я вам покажу, как его сделать за $1. И ничем не хуже, можно сказать. То есть, прежде всего, что нам понадобится, это кепка, да, блазер. Старый какой-то свой блазер берете. Если нету старого блазера, идете в секонд-хенд, покупаете там за 2 рубля блазер. Обычную резинку и обычный теннисный мяч. Все, резинкой привязываете мяч к крепежке блазера сзади. Все, у вас появился Powerball за $1. Вы экономите $19. $10 можете мне переслать за экономию. Один можете потратить. То есть как на нем работать? Мячик должен быть на высоте вашего пупка где-то. Чем выше будет мячик, тем будет сложнее работать. Ну, это такая оптимальная высота, когда у вас ровная голова на уровне пупка. То есть вы его прицепили и начинаете. То есть задача сначала можете одной рукой, второй, потом двумя. То есть в чем-то суть пауэрбола, что вы стоите и отрабатываете как бы скорость и точность удара. Можно это делать на месте, можно в движении. Стоите и постоянно набиваете. Сначала делайте аккуратно, чуть-чуть одной левой, потом одной правой. Стоите и просто набиваете. Сначала не сильно. Для того, чтобы вы поняли систему, как это все работает, для того, чтобы рука, ну, привыкла, втянулась. И потом двумя руками стоите и просто набиваете. Сначала набиваете чуть-чуть. То есть стали, аккуратно попадаете, все получается. И через пару недель, дней, то какой-то, начинаете потом сильнее и сильнее. То есть в чем-то интерес этого мячика, когда начинаешь сильно бить и не попадаешь, получаешь нос. Это неприятно. И поэтому надо попадать, все время стараться хорошо. То есть и стоите, работаете на любую высоту. То есть вы начинаете потом работать сильно, он отлетает далеко, возвращается быстро. И самое интересное, под непонятным углом, как бы резинка в любую сторону может его дернуть. И вы отрабатываете точность и скорость удара. Поначалу работайте в битках. Когда вы бьете, он очень хорошо кости набивает. У меня сразу красные кулаки. А потом уже со временем это также отличный тренажер для набивки кости. То есть кулак набивается сам по себе. Будут синяки в начале, там такое всякое может быть хорошее. Ну это не страшно, как бы можно битки просто одеть. Ну и встаете и набиваете. Потом это можете делать в движении. На отходе назад это делать легче. И вперед, когда подходите, тоже набиваете. Это делать сложнее, так как вы дистанцию сокращаете к мячику, который возвращается. Все, стоите, набивайте. Очень хорошо скорость отрабатывать, точность главного удара. То есть можно стоять, можно коротко стоять, просто короткие удары делать. Да, именно на скорость, легонько. Можно на силу, если уже надо точно попадать. Чем сильнее бьете, тем, так сказать, непредсказуемая траектория возврата мяча. И так работаете, набиваете. Спокойно, аккуратно. Отрабатываем скорость, набиваем кулаки. Очень классный тренажер, рекомендую себе сделать. То есть для дома элементарно сделать. Тем более экономите, да, $19, как я сказал. Можете 5 мне отдать. Ладно, не 10, 5. Все равно дешевле будет, чем покупать в интернете Powerball. Ничем не хуже. Все, на этом с вами прощаюсь. Пройдите по ссылочкам ниже. Больше видеоуроков на сайте. Счастливо, до новых встреч.